Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом корпорации «Технониколь» Сергеем Колесниковым. Они посетили Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства и протестировали трассу биатлонного комплекса. Ну, работодатели платят, нет, где работаете? Конечно, стабильно все. Хотите еще лучше зарабатывать? Конечно, хотим, поэтому для учимся. Надо побольше учимся, работать. Да. Поэтому учимся. Надо увеличить производительность труда. Здесь же прекрасные условия. Четвертый год Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства сотрудничает со строительной академией «Технониколь». Благодаря созданию профильного учебного центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации, здесь ежегодно получают дополнительную профессию около 650 человек. Компания «Технониколь» планирует и в дальнейшем расширять образовательные программы для студентов строительного профиля. Мы хотим заниматься продолжением обучения студентов строительных организаций, работы с проектировщиками и с инженерами строительного надзора и ЖКХ. Мы взяли на себя такую задачу – очень активно участвовать не только в том секторе, где мы работаем, а мы производим строительные материалы, кровельные, теплоизоляционные, но также активно взаимодействовать с нашими проектировочными организациями и с подрядными организациями, чтобы избежать ошибок. Вопросы и перспективы дальнейшего взаимодействия обсудили на рабочей встрече. Глава Чувашии отметил, инвестиции в образование неизменно приносят хорошие плоды. Сделали для нашей молодежи прекрасные условия для обучения, для воспитания и для получения навыков, которые на сегодняшний день они получают. И работодатели за ними сегодня в очередь выстраиваются. Студенты, они находят достойное рабочее место и практически вопросы самореализации снимаются. По словам Сергея Колесникова, корпорация будет и дальше сотрудничать с Чувашией в сфере образования. Сегодня производству не хватает химиков, инженеров, электронщиков и технологов. На встрече обсудили возможность открытия на территории республики одного из производственных комплексов корпорации. Республика является очень интересной и конкурентной по сравнению с другими регионами страны, отметил Сергей Колесников. Глава Чувашии и президент корпорации «Технониколь» протестировали и трассу Чебоксарского биатлонного комплекса. По мнению обоих, лыжи – один из самых лучших зимних видов спорта. Родион Архипов, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин, Республика.